Уедут все. По информации городской мэрии, в период новогодних праздников установлен особый режим работы общественного транспорта. 31 декабря троллейбусы будут перевозить пассажиров до 23.00, автобусы до 23.30. Время работы маршрутных такси продлено до 2 часов ночи. 1 января нового года городские троллейбусы выйдут на линии в 7 утра, автобусы в 10. Со 2 по 8 января общественный транспорт в Иванове будет работать как в обычные выходные. Также 6 января в Рождество трудовая смена водителей автобусов и маршруток продлена до 11 вечера. Транспортных средств у нас будет выпущено меньше, но мы считаем, что в связи с новогодними праздниками мы полностью удовлетворим все потребности жителей и гостей города Иваново в транспортном обеспечении на маршрутах города.